Следственному комитету по Ненецкому округу предстоит выяснить обстоятельства гибели троих детей в результате пожара в НИСИ. Там дотла сгорел частный дом, в котором проживала семья бывшего оленевода. Трагедия, по предварительным данным, случилась, когда родителей не было дома. Дети, возраст которых от 2 лет до нескольких месяцев, самостоятельно из дома выбраться не смогли. В НИСИ работает наш коллега, телеоператор Николай Вучейский, и вот что он нам рассказал по телефону. Были и находились взрослые на улице, они вязали сани, и в этот момент вот один из очевидцев слышал какой-то хлопок, вылило стекла в кухне, сразу уже, то есть зашли в дом, уже там нельзя было находиться, уже полный дом был уже дыма. Приходилось таскать фляги руками, ведра таскали там женщины, возили воду в санях пластиковых. Уже машина подошла, уже была полностью, весь дом уже был охвачен пламенем. Для Енисея давно такого не было, на самом деле, такая трагедия.